Здорово всем, кто меня смотрит. Значит, я не говорил, у меня родился сынок буквально в пятницу. А сегодня вторник уже. И сегодня я поеду забирать свою любимую жену со своим сыночком. Как это я буду делать? Я буду снимать на камеру. Ну, весь этот день. Вот, чтобы вы увидели, посмотрели. Просто хочу поделиться. Все, поехали. Значит, что, сначала мы идем в ванну, да, наверное. Нужно быть немножечко бодрее в этот день, чем обычно. Вот, сейчас пойду сполоснусь в душике быстро. Бриться, наверное, не буду, потому что вроде так получше, нет? Кажется. Ладно, и так сойдет. Я сказал, в душ пойду. Пошел. Чем я умываюсь, стою. Так, ребят, маленькая, да, поправочка. Почему я еще в пятницу, да, никакого ролика не выпустил насчет того, что у меня родился сыночек? Да потому что радости не было предела, и как-то не до этого было, так что извините, если кто-то вдруг обидится. Вот. Ну а мы тем временем едем дальше. Сейчас надо будет шарики надуть, надо будет купить цветы, все домой занести, ну шарики с собой. Ну все, а сейчас попьем чаек, наверное. И сразу поедем. Так, сегодня, наверное, что-нибудь одеть-то надо по праздничному, да? Классический вид. Джинсы и водолазка. Ну и носочки. Носки фирмы Lacoste Original. Ну все, погнали, попьем чай и, наверное, будем выходить. Ну все, собрался. Сейчас едем за цветами и надуем шарики. Приехали в магазин. Все купили, да? Скоро будем встречать. Время 10 часов 26 минут. Так, ну все, Зай, я готов, я выхожу. Ждите. Скоро едем. Так, на подходе уже. Ну вы откуда здесь? Ага. Что-то нет никого. Дальше коридоры, лестницы. Здравствуйте. Мы на вытяжку, вот вещи.
Нет, там вот только конда, конвертики, всякое вот такое. Что за бандит пришел здесь? Бандит пришел за ребенком. Нет, я должен был в гардеробную идти, наверное. Я в таких ботинках. Да. В джинсах вот по-голландски. То есть ты, короче, ну, считаешь, что ты самый модный, это в осенний период. Да? И лето. Лето. Ну, летом еще, конечно, в шортах не подойти, сейчас в тапочках белых. Поздравляем Елену. Да, Елена. Поздравляем, а я там не вижу. Опа. Папочка. Спасибо большое. Спасибо за работу, да, на вашу, что вы есть. До свидания. Спасибо. Первые твои ощущения. Пока непонятно, ноги, мурашки. Ничего себе там. Все, принесли домой. Слава богу, все разделись, все поели. Вот. Лежим, отдыхаем. Лялечка наша спит, попукивает немножко. Смешно. В общем, все хорошо. Думаю, что дальше-то снимать смысла нету, потому что он будет все равно спать весь день, наверное, сегодня. Вот, хотя вечером как купается, еще подсниму. У нас еще кошечка, собачка есть, как, может, на некоторых роликах было видно. Вот. Реакция, значит, у них, они боятся его. Чуть шевельнется, чуть издаст звук, собака лает, кошка просто... Вздрагивает, в общем, смешно пока наблюдать. Но думаю, когда он научится уже плакать, будет не до смеха немножко. Но делать нечего. Что, собаку же не выгонишь, то есть тоже наша любимая. И родная. И кошка такая. Так что будем уживаться, привыкать. Ты не спи, ты купаешься. Чё, пацаны, оказывается, не так все и сложно с грудничками, когда у тебя есть жена. Уже день подошел к концу, уже время 10:30 ночи или вечера. Ночь, наверное. Пока, конечно, по каким-то непонятным для меня причинам нельзя показывать малышей. А это, на счастье, похоже, разбила тарелку моя любимая теща. Пойду разбираться. В общем, день к концу, он спит, весь день спал. В общем, почему-то, я не знаю, может, он у меня такой очень много ест. Не знаю, хорошо это или плохо. Я думаю, что хорошо. Так что, в общем, демагогию развел. Все хорошо, день подходит к концу, он больше спит. Ест периодически, просыпается все равно. Так что, не бойтесь, это не так уж все и сложно. Уже даже попали его сегодня. Я принимал участие, так что, ну, страшно, ну, а что делать, сыночек все-таки. Я думаю, на этом свое видео могу закончить. День я, ну, так себе провел, конечно. В жизни моей ничего особого не случается. Каждый день как один. Вот единственный родился, разбавил мне сегодняшний денек. Вот, ну, всем пока, подписывайтесь на канал Валдислайв. И, наверное, до встречи в следующем видеоролике. Вот. Еще поставьте лайк и напишите комментарий, что вы об этом думаете. Всем пока.